Оренбургская медиагруппа принимает эстафету от салона красоты «Тренд». Несмотря на сегодняшнюю плохую погоду, мы все-таки решили принять участие в благотворительной акции «Ice Bucket Challenge» и перечислили, во-первых, средства в благотворительный фонд «Наши дети» на помощь Марине Коптевой. Ну и, естественно, передаем эстафету следующим трем компаниям. Это справочная 560 и сайт 4GEO. Автосалон «Автотехно Моторс». Всероссийская рейтинговая компания «Флаб». Че, сразу, по-моему, можно назвать?